Лунтик, что-то случилось? Я порвал нос бабы Капы и деда Шера. Это дедуля, а это дедуля? Наоборот, ебаный в рот. Это бабуля? Ты что, дурак, что ли? А что это? Это вовсе не пупсень. Чего, блядь? Дядя Шнюк! Дядя Шнюк! Я вас искал! Я вас в рот ебал! Здравствуй, Лунтик! Что это за хуйня? Мини портрет! Ужасно, говно! Некрасиво! У тебя плохо получилось! Ведь это вы его нарисовали! Ах, вот оно как! Идите-ка нахуй домой, пока я вас не убью. Ты такой страшный, как на нашем портрете. Ты заебал, ты зачем на пол кончаешь? Это угощение для домового. Что, блядь? Пойду-ка плесну молочка нашему домовому. Подожди, я с тобой. Поебись, домовым. Я вот его угостил, так он накачанный. Все. Хватит, выпом, нет смысла. Ай, больно в ноге! Привет, Дим Димыч! Угу. Ты чего такой сердитый? Яйца пришлось целых 5 раз мыть. Может, их вообще и нет? Есть. Просто они такие малюсенькие, что без микроскопа не разглядишь. Теперь пустим по кругу собак. Когда сломался телек, когда мобильник сдох, компьютер еле-еле, а чайник вовсе плох. Что, блядь? Моя жизнь хуйня. Это почему еще? А потому, я весь год сковородкой дрочил. А теперь я хочу сдохнуть. Я завтра же уезжаю в Египет. А я когда поеду в Египет, блядь, а? Уебище. Наш папа ебанулся. Я тоже, блядь. Ма. Дедуля, там первый снег. Бежим на улицу. Стоять! Вот. Стоять! Быстро домой! Блять, а я хотел сегодня с Кузей погулять. Кузя тоже не пойдет на улицу. Кузя дохнет от холода. И Кузя, и пчеленок, и Мила. Все дохнут. Я никогда не увижу своих друзей. Ну почему же никогда? Через 3 месяца ты уже сдохнешь. Сука, блять, прекрати стучать. 3 буквы, 2 У. У. Это ху... Во рту у тебя ху... Чё ты стоишь-то? Иди в пизду. Вон отсюда, я ху... Я что, обосрался? Да. Я не боюсь кончить прямо в лицо. Да что ты пиздишь, пап? Можно подумать, что ты никогда не шутишь про маму.
такое щупальце осьминога? Ну, когда палец линяют и в жопу засовывают. Пап, ты что делаешь-то? Если что, я буду дома смотреть пластинки с порнушкой, потому что ебать мне никого. Коль, опусти повязку, пусть детишки увидят, что ты тоже ебанат. Нет, у меня от нее главное, глаз потеет. Терпи, а? Все-таки их день рождения. Ладно. Отлично. Это что у нас теперь, пираты из пермой стрелять будут? Я же им нормальный анальный песок дарил. Вот-вот, а вот эти с пыльками надо давно уже было выкинуть нахуй. А если они туда член засунут и в глаз попадут? Ма, я тебе смазку дам. Улыбочку. Коль, ну ты что, совсем ебан? Да. Я тоже хочу жопу. Это моя шашка, ясно? Какие шашки? Че ты несешь? Ты мне больше неси, неси, неси. И ты не хай, бе! Бе-бе-бе-бе-бе! Хочешь пирожок? Ням-ням. На вот говна наверни. На срешню купай. Давай, давай, сделай доброе дело. А это будет доброе дело? Конечно. И захвати с собой пирог. Он не съел. Белье улетело. Интересно, оно вернется? Что ж, еще немного, и ты уйдешь. Да, 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 заебал. Поиграй во что-нибудь. Глядишь и уйдешь быстрее. Баба Капа? Что? Да нихуя! Если опять позовешь меня, то я разобью тебе ебало. Лунтик уже заебал. Еще бы. Здрасте, как Лунтик? Он здесь не живет. Да я рофлю. До свидания. Шершуля, блядь, это же для Лунтика. Баба Капуска сказала, что мне надо во что-то играть. Да? Пизда. Ага. Лунтик? А? Что ты делаешь? Я там, что ты... Я разобью тебе ебало, если будешь рофлить. Я еще к тебе загляну. Кузя! Не поняла, какой Кузя?